Амичи, чао тутти, салюта дар Италия. Друзья, всем привет из Италии, добро пожаловать на мой канал. Мы с вами опять на кухне, готовим итальянские блюда и параллельно изучаем итальянский язык. Сегодня отче мы с вами приготовим лингуины con панчетта и пепперони, то есть лингуины с беконом и болгарским перцем. Ну что, начинаем? Каминчамо! Та-дам! Итак, наши ингредиенты, на сегодня. Паста, у меня паста лингуины. Чиполла, лук, пепперони, перцы, пепперони джалли, перцы желтые, пепперони росси, перцы красные, помодори, помидоры, карроты, морковка, седано, сельдерей, панчетта, бекон. У меня панчетта аффумиката, бекон копченый, пармиджано, сыр пармезан, ну и, конечно, олио д'олива, оливковое масло. Итак, все ингредиенты в сборе, и мы можем начинать. Итак, кастрюля с водой разогревается. Кастрюля, пентула, сковородку налили немного оливкового масла, олио д'олива. И теперь в сковородку выкладываем лук, чиполло, сельдерей, седано, морковка, карроты. Все хорошо перемешаем и готовим несколько минут. Alcune minute. После чего выкладываем копченый бекон панчетта аффумиката и готовим примерно 3-4 минуты. 3-4 минуты. Теперь выкладываем нарезанные кубиками перцы пепперони и помидоры помодори. Нарезать тальяры кубиками акубетти. Все хорошо перемешаем и готовим до полной готовности. В процессе добавим немного воды. Вода аква. И закроем крышкой. Крышка коперкью. Закрывать кюдере. В конце посолим. Аджунджамо иль сале. Добавим перец чили. Пепперончино. У меня сухой перец чили. Пепперончино секко. И все перемешаем. Мескольямо. Вода закипела. Аква ста боллендо. Отправляем пасту готовиться аль денте. То есть недоваренной. Готовую пасту выкладываем в сковородку nella padella и все перемешиваем. Mescoliamo. В конце добавим натертый сыр formaggio grattugiato. И все опять хорошо перемешаем. Mescoliamo. Хочу поблагодарить всех моих подписчиков. Вы очень дороги для меня, и я очень благодарна всем вам. Тех, кто меня не знает, приглашаю посетить мой канал, где вы найдете много интересных плейлистов. Итак, наша паста готова. Выкладываем на тарелку. Тарелка пиатто. Добавим немного натертого сыра, формаджо граттуджато. И вот такая красота у нас получилась. Ням-ням! И мне остается вам пожелать бон аппетита! Если вам понравился рецепт Пичуто, попробуйте и вы сделать эту пасту, ну и, конечно же, делитесь результатами. Благодарю, что вы были со мной. Grazie, siete stati con me. Ну и, конечно же, развлекайтесь, дивертитеви, наслаждайтесь жизнью, godetevi la vita. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео и новые рецепты. Чао-чао, до новых встреч!